Чувашии за счет средств, сэкономленных в результате проведения торгов на выполнение дорожных работ, дополнительно отремонтируют 84 километра автомобильных дорог. Соответствующие изменения в распределение средств внесены в ходе заседания Кабинета министров Республики. На 2017 год дополнительно включены 9 объектов в разных муниципалитетах. Кроме того, в этом году за счет сэкономленных средств планируется ввести в эксплуатацию почти 9 километров линий электропередач, построить 3 пешеходных перехода, 5 остановочных пунктов и завершить реконструкцию мостового перехода через реку Соломинку на автодороге Аниш в Янтиковском районе.